В администрации города Уфы обсудили точки роста IT-индустрии столицы Башкирии. Заседание круглого стола начали с обсуждения ситуации вокруг информационных технологий в Уфе. Затем перешли к обсуждению вопроса о создании условий для развития информационных технологий в нашем городе. В мероприятии приняли участие представители администрации города и уфимской IT-индустрии. Со своим коллегой мы пришли, чтобы узнать, какие есть проблемы в городе по развитию систем информационных технологий. Если будет такая возможность, там можем поделиться своим опытом, то, что мы уже делали, какие системы внедряли, чтобы предложить уже современные передовые технологии для развития. Для нас интересно перспективы развития, как они видят это, как они могут развивать это, какие у них свои собственные резервы есть, что мы на сегодняшний день имеем и с чего нам начинать. В ходе свободных обсуждений было принято решение о создании в Уфе своей IT-ассоциации и IT-парка. Подобный опыт уже есть у наших соседей. Так, в 2009 году в Республике Татарстан завершило строительство технопарка высоких технологий IT-парк. Ну, ассоциация создается, еще раз, значит, с целью, чтобы как-то систематизировать развитие IT-отрасли. И IT-парк должен предоставлять материальную базу, предоставлять кадровые ресурсы, предоставлять какие-то юридические, там, бухгалтерские, финансовые, там, венчурные возможности для тех, кто хочет себя развивать в сфере IT. Очень радует, что есть тенденция к объединению. В общем-то, в какой-то мере мы же здесь все, там, коммерческой точки зрения, мы же и конкуренты тоже. Надо это понимать, и нельзя это исключить. Но, тем не менее, как бы есть желание сотрудничать, есть точки соприкосновения, пересечения интересов. Будем работать. Подводя итоги круглого стола, заместитель главы администрации Ильдар Хасанов выступил с предложением раз в квартал организовывать такие встречи, дабы приблизить дату создания IT-ассоциации и IT-парка. Айгуль Хурамшина, Сафар Бахышев, телеканал ЮТВ.